Здарова, клэшеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня мы будем продолжать играть в Clash Royale и попробуем выполнять несколько квестов, а точнее только один квест будем выполнять, но перед тем, как мы это начнем сделать, давайте все вместе поставим лайк под этим роликом и в комментариях будем написать номер своего лайка, это у нас, ребят, такая традиция, так что традиции надо соблюдать, и я таким образом могу в любой момент зайти и узнать, какой лайк именно ты поставил, так что ставь лайк обязательно. Прямо сейчас. И, кстати, открою вам небольшой секретик, ребята. Если вы прямо сейчас поставите лайк под этим роликом и подпишитесь на канал, то в ближайшее время у вас в квестах появится легендарный сундучок. Так что сделайте это прямо сейчас. Вот вы закончите этот квест, да, получите этот сундучок, который сейчас у вас есть, и у вас там будет легендарный сундучок и, собственно, новая легендарная карта. Так что сделайте это прямо сейчас. Ну, а если вы хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то напишите свои крутые мнения в комментариях, и, возможно, именно вы будете в следующем ролике. И под конец хочу сказать, что если вы хотите получить лайк на вашу аватарку ВКонтакте, то добавляйте меня в друзья ВКонтакте, ссылка на мой профиль будет в описании этого ролика, так что жду, ребятушки, жду. Вот, ну а сейчас давайте уже перейдем к нашим квестам. Мы сейчас заберем вот 5 медалек и немножечко... Золотишки, останется нам взять 5 гемасиков, это через 4 часа практически мы сможем сделать, сегодня мы попробуем выполнять, ну точнее частично будем выполнять, собственно, квест «Зеркальный бой». Фух, посмотрим, что из этого у нас получится. Окей, ну давайте, собственно, начнем. Так, провести 20 зеркальных боев в режиме 1 на 1, 2 на 2. А интересно, вот клановые бои таким вот считаются или же нет? 2 на 2 зеркальный бой. Как-то странно на самом-то деле это звучит, но ладно, сейчас мы попробуем еще с нашими соклановцами все это дело тестировать. Так, соклановцы, давайте кто-нибудь принимать запрос будет? А, нет, никто не будет, ладно. Ладно, кстати, вот у меня тут есть бесплатный сундучок, ребят. Напишите, пожалуйста, попался ли вам, кроме серебряного сундучка, какой-нибудь другой сундучочек. Я вот тут подозреваю, что тут, возможно, будет легендарный сундучок. Так что напишите обязательно, посмотрим. Возможно, у нас тут у кого-то есть легендарный сундучок или какой-нибудь другой. Обязательно напишите. Вот, буду ждать. Ну, а я сейчас... Давайте возьму тут миньончики. О, ну, неплохо. Неплохо, собственно. И погнали, ребят, погнали в каточки в зеркальных боях. Погнали, ребятушки, посмотрим, что из этого у нас получится. Первая каточка. Посмотрим, что за колода. Ледяной маг, подрывничок, что-то летучка. Ребята, кстати, очень часто попадается. Ох-ох-ох-ох-ох, в этих каточках. Ставьте лайк, если вы хотя бы разочек играли с летучкой в этой и каточке, в этих испытаниях, да, точнее, в заданиях ежедневных. Посмотрим, кто из вас сыграл летучкой, а кто... нет, сейчас очень хороший шанс, ребят, выкидывать ракету, и, в принципе, довольно-таки неплохую ракету, я бы даже сказал. Хотя, не, уже немножечко поздно, или не поздно, ну, не знаю, сейчас мы возьмем вышечку, да, практически. Посмотрим, что у нас наш дровосек сделает. Ну, ничего не сделает наш дровосек, окей. Башня, бомбежечка. Ну, давай, бомби всех, все и вся. Ну, блин, что-то, ребят, если честно, прям вообще не очень хорошо справился наша башня-бомбежечка. Потому что я думал, что башня-бомбежечка сможет все-таки сносить вражеского дровосека. Но не тут-то было, ребят. Окей. Ладно, давайте сейчас пойдем на вторую вышечку. По сути, левую вышечку можно сказать, что мы уже взяли, так как всего лишь одна ракета, и все. Вышечка будет прям полностью наша. Так, есть чувак, что, не играет, что ли? Хм. Ну. Да, ребят, смотрите, чувак не играет. Не знаю почему, но чувак как-то решил не играть. Ну, сейчас на трешечку будем сносить его, да? Так, дровосек есть, дровосек пошел. Ну, да, видимо, так и есть. Сейчас мы на трешечку возьмем, собственно, чувака. Кидаем ракеточку, хотя ракеточка не успеет, собственно, кидаться. Ну, окей. В принципе, ребят, я не против.
Да, так что возьмем сейчас наши короны, посмотрим, что с нашими квестами. Так, блин, что за хрень, почему не прибавился? Так, зеркальных боев в режиме 20 зеркальных боев. А это разве не зеркальный бой считается? Как-то странно, ребят, если честно. В испытаниях. Ну стоп, а, это получается не испытание считается, и поэтому, собственно, не засчитали наши очки. Окей, ладно, ничего страшного, испытание в скором времени у нас начнется, так что мы это тоже сделаем. Вот, ну а сейчас давайте будем продолжать наше ежедневное испытание, блин, хотя нет, это не испытание получается, это что-то другое, ежедневное задание, так можно сказать. Окей, ладно. Големчики, это прям очень хорошо, особенно в зеркальных боях. Эй, я что-то побыстрее поставил, пораньше поставил, но у меня не поставил, все. Странно. Очень странно. Было бы, ребят, еще прикольнее, если бы можно было выпускать карты только, собственно, из одного, из, ну, симметричных мест, да? Ох, капец! Еперный театр, что это за хрень? Так, палач, да палач сзади. Лол, големчик прям хорошо получается. Ох, букнул, да? И всех миньончиков там зарешал. Ну, дальше миньончики выжили, по сути, да? Ох, ну, не совсем. Выжили, если честно, да? Окей. Так, Пека. Пека там сейчас справится с этими всеми юнитами, только... Опа. Ох. Блин, наша Пека тоже сдыхает, и сейчас мы пошли в минус в плане Элика. Так. Ну, мини-Пека сейчас сдохнет, вот есть минус мини-Пека. Посмотрим, что ответит на это наш противник. Окей. Давайте минюнчиков скинем сюда. Надеюсь, минюнчики пройдут. Хотя надо было, скорее всего, выпускать минюнчиков против голема. Но смотрите, ребят, минюнчики проходят. Охренеть, 600 хп оставили на вышечке вражеской. Окей, неплохо, ребят. Сейчас наш палач справится с этими минюнчиками на изи. Рыцарь прикрывать будет палача. Вот, да, еще как сейчас будет прикрывать. Так, с Валькой разберутся они или же нет? Вот в чем вопрос. Так, вражеский рыцарь. Окей. А если вот так? Сейчас еще можно големыча выпускать. И будет прям вообще чётенько. Ох, конечно. Наш же големчик будет маленечко сейчас страдать. Блин, зачем выпускать миньончиков таким образом, да? Эх, не. Получается, ребят, мы сейчас будем просирать нашу Пеку. Это, ребят, если честно, немножечко не очень, но сейчас отдефаться-таки мы сможем все же. Так, есть такое дело. Так, еще наш принц сейчас будет дефать. Еще один заходик буквально, ребят, нашими... Так. Нашими миньончиками и все. Можно сказать, что все на изи прям можем провести. Так, миньончики, давайте... Есть, чуваки. Эй, тише. Ох, мини-пека, блин, проходит. Это немножечко не очень. Ладно. Сейчас ровная битва идет прям. Прям вообще ровненькая битва. Посмотрим, ребят, сейчас кто кого будет тут зарешать. То ли мы, то ли нас. Так, что-то реально прям очень все потно у нас идет. Две вальки. Мини-пека, серьезно? Жестко, ребят, жестко, миньончики. Только б не палач, пожалуйста, только б не палач. Если б не палач, то сейчас наши справятся. Так, ахахахахах. Ну, палач, ребятушки, все-таки делает свое дело. Ахахахахах, даже вообще. Ноль урона, да, проходит у нас. Печалька. Так, встречаем палача. Палача палачом. Опа, наша Пека прикрывает. Окей, неплохо, в принципе. Вот сейчас нам миньончики не помешали бы. Вообще. Ох, что за потная каточка-то, а, ребят, смотрите.
Так, только б не палач, только б не палач. А вот смотрите, вот мы так сделаем. Сейчас беспалевная атака с правой стороны. Что-то мы оба решились напасть слева, да? Ай-яй-яй. Ох-ох-ох-ох-ох. Сейчас нам зеркальный палач понадобится, ребят, да? Да, зеркальный палач помогает. Ох-ох-ох. Ну, чувак, не очень-то правильный вход, но... Все же, думаю, сейчас он справится с нашим палачом. Ну, почти справляется, получается. Минута остается до конца. Битва переходит на правый фланг. Это с какой-то стороны, ребят, хорошо, но с какой-то стороны немножечко не очень. Так, ох, вражеский палач проходит. Сейчас нам надо с палачом справиться. Но смотрите-ка, наш големчик прошел еще. Ох, хорош голем. Голем есть, ребят, мы затащили. Охренеть. Затащили. Ребят, ставьте лайк за такую каточку. Это действительно была плотная каточка. Чё? А тут у нас засчитали? Серьезно? Блин, какого хрена? Так, провести 20 зеркальных боев в режиме 1 на 1, 2 на 2 или в испытаниях. Как-то не очень-то логично получается, потому что мы, собственно, 3 короны взяли. И нам не засчитали победу. Ну, а тут засчитали. Как-то странненько, ребят, этот расчет идет. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас давайте в еще одну каточку пойдем. Тут против китайца играем. Ох-ох-ох-ох-ох. Громовержец, ребят, ставьте лайк, если вы обожаете громовержца или любите громовержца. Блин, громовержец, пламенный дракончик. Лол. Где это написано, ребят? Громовержец плюс пламенный дракончик. Ох, сейчас смотрите, жесть будет прям полная жесть. Потому что тут у нас карты, которые дефают один другого, да? По сути, да, так и получается. Так, так, сейчас нашу пеку немножечко больно сделают, хотя... Опа, да, ребят, минус наша пека, можно сказать. Такс, окей, пламенный пройдет. Серьезно, проходит пламенный. Проходит, так, 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 тише, тише. 900 хп оставляем на вражеской вышечке. Неплохо, ребят. Вполне себе неплохо. Можно сейчас гоблинов направить на вражеского шахтера. Угу. Ну, шахтерчик особо-таки урона не нанес по нашей вышечке. Ахахаха, электромаг. Ну, иди, пожалуйста, нахрен. Гоблины, копейчики, красавчики просто. Блин, ставьте, ребят, лайки, если вот в моей колоде есть ваша любимая легендарка. Тут у нас, в принципе, 4 легендарки. Шахтер, принцессочка, громовержец, пламенный дракончик. Ну, не знаю, ребят, ставьте обязательно лайк, если вы любите один из этих 4 легендарок. Погнали, ребят, 3 мушкетками, посмотрим, что на это ответят. Не думаю, что какой-то логичный ответ будет. Ну, принцессочка, серьезно, ну... Ладно. Ладно, 400 хпшечек мы оставили на вражеской вышечке. Лол. Как так? Так, шахтер летит к нам. Шахтерик. Ну, шахтерик, шахтерик, шахтерик. Это, конечно, ребят, не очень. Но сейчас мы сейчас, главное, пеку отдефать будем. Да? Да, ребят, пеку мы отдефаем. Сейчас прям на изи. Вот так вот. Вот шахтера тоже будем дефать. Так, ох-ох-ох-ох-ох, что-то потно, ребят, прям очень-очень потно, очень-очень сильно потно. Бляха, что творится? А, вот, мы успели отдефаться, точнее, смогли отдефаться так, как надо. Давайте сейчас, ох-ох-ох, пламенный дракончик на изи сейчас будет дефаться. Так, сейчас, ребят, нам надо вторую звезду взять от врагов. Вторая звезда. Так, ну, можно, кстати, поддаваться, ребят, если что, потому что нам прям очень срочно нужны 2 звезды. Ай-яй-яй. Ну, ладно, давай, ох. Все, 2 звезда тоже есть. Отлично. Хорошая катка. Прям на изи затащили. 3 катки, 3 из них затащили. Окей, сколько трофеев нам будут давать за квест? 3 трофея? Серьезно? Блин, как-то не совсем логично все это дело у нас. Напишите, ребят, в комментариях, что тут происходит вообще.
Что это за хрень? Каким образом вообще повышаются, точнее, получаются эти очки за квест, за этот квест? Ну, я не знаю, я не понял, если честно. Ну ладно, ребят, на этом, думаю, уже пора заканчивать наш сегодняшний ролик. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте ставить ваши большие пальчики вверх, подписаться на мой канал, добавить меня в друзья ВКонтакте и, собственно, ставить лайки. Много лайков. Чем больше лайков, тем больше роликов. Так что буду ждать с нетерпением ваших отзывов. А с вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи, ребята, и всем пока!